Двор дома номер 80 на улице Маяковского раньше ничем не отличался от всех остальных дворов Анапы. Но 4 года назад жильцы решили изменить его кардинально. Теперь здесь расположен настоящий зеленый оазис. Много растений, цветов, кустарников украшают придомовую территорию. Но это все благодаря неравнодушным людям, которые проживают в наших домах. У нас все такие энтузиасты, все такие сейчас стали даже соревноваться, у кого какая клумба лучше, у кого какая, как бы за определенным участком ухаживает какой-то определенный человек. И сами видите, что вот такая красота, которая здесь находится, это благодаря жильцам этого неравнодушных этих домов. Над внешним обликом жильцы домов трудятся общими усилиями. Идея украсить неприглядный с виду двор пришла в голову Татьяне Штальбаум, а позже остальные присоединились к благоустройству территории. Вместе с детьми Татьяна разукрасила стены дома. На рисунках растут грибочки, пальмы и светит солнышко. Во дворе появилась и собственная поляна сказок. Так назвали ее сами жители и заселили плюшевыми зверятами. Кто-то несет игрушки из жителей двора. И мы стараемся эти игрушки как-то вписать в наш вот такой маленький дизайн. Делаем из строительной пены черепах, улиток, аиста. Вот получился такой, но дети своими руками, кстати, делали. Маша Рогозина, ученица 7 класса, живет в нашем доме. Территорию детской площадки оборудовали подручными средствами. Использовали старые шины, покрасили все в яркие цвета. Покрышки пригодились и в оформлении клумб. А пеньки Маша Рогозина украсила обычными разноцветными крышками от пластиковых бутылок. Все лето жильцы дома Галина Фоменко и Людмила Гекер заботливо следят за зелеными насаждениями во дворе. Ведь в этот период им нужен особый уход. Наши цветы в такое жаркое лето, посмотрите, пожалуйста, остались зелеными-зелеными. Только потому, что мы очень о них заботимся. Мы обрываем каждый желтый листочек, радуемся цветению каждого цветочка. Особенно я радуюсь моим георгинам. Они так красиво цветут. У меня 20 кустов георгина. Останавливаться на достигнутом инициативные жильцы дома номер 80 по улице Маяковского не собираются. Женщины уже строят планы на следующий год – облагородить больше территории, больше красивых клумб, посаженных цветов и растений.